Давай, читай это, Кристюша. Лучи. Луч. Молодец. Лучи. Луч. Луч. Молодец. Луч. Лук. Лук. Луч. Угу. Как думаешь, какое слово лишнее? Ле. Нет, думай, смотри на все буквы. С какой буквы все слова начинаются? Ле. Дальше, следующее, смотри слово. Ле. Угу. Зе. Нет, Кристина, ты по одной строке, ты только третью строку мы смотрим. Ты не прыгай по строкам. Луч, луч, где вот эту строку смотри? Эту? Да. Там последние буквы другую поставили. Вот думай, какая последняя буква здесь не одинаковая? Отличается какая буква? Вот это. Луч. Следующее слово читай. Вот этот. В строке вот луч. Да, все четыре еще раз. Посмотри внимательно глазами. Луч. Следующее слово. Второе. Ты здесь? Ну третью здесь? Строчку. Так где луч-то? Найди слово. Так. Вот. Это четвертая строка. Вот, да. С первого слова начинай читать. Луч. Луч. Второе слово. В этой же строке. Луч. Угу. Дальше следующее. Что-то не помню. Третье. Ну, буква последняя, видишь, поменялась. Лук. Лук. Подчеркивай одинаковые буквы, последние, и обводи, которые не одинаковые. Какие были одинаковые буквы, как ты думаешь? Последние одинаковые буквы какие? Луч, луч, лук, луч. Какая буква была последняя, одинаковая, повторилась три раза? К. Ну, К это как раз не одинаковая, Кристин. Если мы говорим луч, луч, лук, луч. Сколько раз прозвучала буква Ч? Три раза. Вот ее подчеркни. А какая неправильная буква, ты ее обведи. У. Нет, не у. Подумай сама. Луч. Луч. Какие буквы будешь подчеркивать? Я. Последняя какая буква? Как называется? К. К. Она лишняя здесь? Они, слово другое это? Лишнее. Обводи. А какие все буквы встретились три раза? Последние. Как они называются? Не знаю. Луч. Луч. Ты же называешь эту букву. Как она зовется? Прочитай про букву. Ле. Ле. Дальше следующая буква. У. И третья буква. Че. Ну, какие буквы? Последние это как называются? Это. Че. Че. Подчеркивай их.